10 августа – день рождения великого казахского поэта Абая Кунанбаева. В честь знаменательной даты в Доме дружбы прошло заседание круглого стола «Абай Мурасы Халык Казнасы», организованного общественным объединением «Нураная Алема». Настоящий гений своего времени, оставивший богатое наследие не только казахскому народу, но и всему человечеству. В работе круглого стола в Доме дружбы приняли участие представители старшего поколения, молодые военнослужащие воинских частей 5512 и 6679, активисты ассамблеи жастары, сотрудники линейного отдела полиции. Наша цель – сделать более тесными отношения между молодыми и взрослыми, чтобы мы передали им уважение к тому наследию, которое оставили нам. Мы знаем, что наша задача – каждый год оказывать уважение нашему великому Абаю. С каждым годом растет число людей, желающих изучать произведения Абая. При этом не имеет значения, какой они национальности. Главное – стремление знать произведения поэта наизусть. Гылым таппай мактанба, орын таппай баптанба. Кумарланып шаттанба, ойна босқа күлге. Бес нерседен қашық бол, бес нерсеге асық бол. Жаздың көркі енеді жылқысымен, жайраңдасып жаз қиыр қырғысымен. Көрден заңға тұрғандай кемпірмен сал, салбаңдасар әзінің тұрғысымен. Көп адам дүниеге боялдырған, боялдырып аяғын көп салдырған. Өлді деуге сияма айтыңдаршы, өлмей тұғын артынан сөз қалдырған. Стихи и слова назидания Абая дают человеку духовную пищу. Кроме того, произведение побуждает человека творить добро и учиться, получать знания. В ходе заседания был подписан меморандум о сотрудничестве между двумя воинскими частями и общественным объединением «Нурана Алема». Это нужно для молодого поколения, для наших военнослужащих, для воспитания патриотизма через наследие великого мыслителя. Наше будущее в руках молодых. Также участники заседания круглого стола подложили цветы к подножию памятника Абаю. Да, действительно, творчество Абая Кунанбайло, несомненно, дает пищу для размышления для многих поколений. Мурат Билмужет, Кымбат Садык, Евгений Олейник и это Сакпарат.